Всем зрителям моего канала доброе время суток. Наверное, пришел тот момент, когда нам с вами стоит объясниться. За этот месяц я получила много очень разного. Была поддержка, было понимание. Спасибо вам за это. Была критика, оскорбления, угрозы. Знаете, сегодня я просто хочу сказать, что есть время для всего. Есть время сеять, есть время собирать. Есть время объяснять, есть время просто-напросто помолчать. В самом начале всего, что сейчас происходит, я сделала видео. И я сказала, что такую фразу: что бы мы ни сделали сегодня, что бы мы ни сказали или просто не помолчали, мы всегда будем виноваты для кого-то. И это оказалось правдой. После этого видео я просто-напросто решила остаться здесь с вами, но помолчать, подумать, поразмышлять, посмотреть, заглянуть внутрь себя. У меня нет никакой злости, никакой агрессии, никакого стеснения против России, против русского языка. В самом начале я озвучила то, как я отношусь к этой ситуации, и повторять я это больше не собираюсь. Я думаю, что все, кто слушает, все, кто понимает, вникает, они поняли мою точку зрения, мою позицию. Просто в один прекрасный момент я, возможно, поняла, что мой канал немного себя изжил. Я его веду уже много лет. Я с вами уже 7, а то и больше 7,5 лет. Моему сыночку скоро будет 8. За это время я многим делилась с вами. Я показывала семью, я снимала винтажные видео. Вы были со мной. Вы были моими виртуальными друзьями. И вы знаете, когда я открыла второй канал, который продолжаю, заметьте, вести на русском языке, винтажный канал, я в один момент поняла, что на этом канале мне как бы нечего показать, что вы все уже видели. Быт, он продолжает быть бытом. Я занимаюсь своим любимым делом. Сейчас у меня появилась другая работа. Мне больше не хочется снимать семью, потому что в такие моменты, которые мы переживаем сейчас, хочется самое дорогое, любимое оставить для себя. Вы понимаете? Я думаю, что многие понимают. Поездки были и будут, но иногда хочется убрать камеру подальше. Сегодня я на распутье. Я хочу быть честной с вами. Возможно, этого канала больше не будет. Возможно, я буду продолжать винтажный канал. А возможно, потому что я очень люблю монтаж, я открою другой канал и подумаю над тем контентом, который будет у меня там. Будет ли он просто молчаливый,
такой эстетичный влог, возможно, кулинарный канал. Я еще не решила, честно вам скажу. Сказать, что мне все равно, это не будет правдой. Именно этот канал был для меня очень долго поддержкой. Именно здесь я делилась многим. Это была мотивация и для меня, и для вас. Сегодня я записываю это видео, озвучку к этому видео для тех зрителей, которые на самом деле были со мной, понимали. Многие сейчас ушли, неправильно поняли. Ну, я не буду ничего доказывать, объяснять. Умные всегда поймут. Поэтому мне не хочется прощаться. Возможно, я скажу вам до свидания. Я не знаю, когда, как и что я буду снимать. Я хочу быть с вами честной. Я благодарна каждому из вас за ту частичку, которую вы мне дарили, за ваше время, за то, что и сейчас продолжаете поддерживать. Многие из вас, некоторые, стали больше, чем виртуальными подругами. Мы общаемся с вами в жизни, на других социальных платформах. Спасибо вам за это. На канале Винтаж из Парижа совсем другие зрители. И сегодня этот канал, он, не хочу сказать, что он мне ближе, наверное, потому что не хочу никого обидеть. Но это тем, чем я занимаюсь, то, что я люблю. И мне есть, что вам показать. А зрителям, которые это любят, есть, что посмотреть. У нас с мужем свои планы. Наверное, для многих расставание с блогером — это как будто что-то, как будто родной человек, который уезжает, закрывает дверь, с которым, возможно, вы уже никогда не увидитесь. Печально, грустно, я понимаю, но все проходит. Просто сегодня я хочу пожелать вам здоровья, счастья, гармонии, чтобы в душе у вас не было агрессии, чтобы не было страха, чтобы ваши родные были рядом с собой. И надеюсь, что если я не вернусь сюда, вы будете обо мне помнить.